Мы с Джоник приехали к терминалу и стоим в очереди на машине. Вот мы будем садиться в один из этих, или в этот, или вот в следующий, который он приближается, корабль. Вот мы стоим в очереди, и мы будем плыть туда, вот. Там вот выплывает вся наша группа тут. Там оно. Готовимся. Буду тебе потихоньку снимать фильм. Мы идем уже внутри корабля. Джоник на палубу выхожу сейчас. Смотри, все фоткают. Почему, видишь, фоткают такое красивое небо? Сейчас супер, вот плывем. Наш корабль. Уже Джоник вечер сейчас наступает на корабле. Вот смотри, он тут плывем, никого нет на палубе, она мокрая, потому что там оттуда волны сюда залетают, брызги. И там, смотри, такой закат, сейчас я тебе быстро покажу, чтобы ты увидел, смотри. Я закрываю, чтобы сюда ветер не дул с брызгами. Смотри, как прикольно. Сейчас я тебе сниму. Сейчас я быстро сниму. Жду, пока брызги пройдут. Не проходит, Джонни, не проходит. Короче, вот так вот. Куча брызг сразу набралось. Все протру. Вот, Джонни, я, короче, сейчас вышел. Ночью тут мы приехали. Типа палатки ставили. Не знаю, видишь ты меня или нет. Короче, мы на берегу озера. Не видно, Джонни, это такое сейчас, знаешь. Вот туда вот. Жаль, не видно, Джоник, видно только луну. Мы сейчас находимся на берегу озера. Да, вряд ли камера, конечно, это возьмет. Вот, Джоник, уже утро. Я вчера приходил сюда ночью, и ты ничего не видел. А сейчас уже, Джоник, утро наступило. Смотри, какая... Тут так тихо, классно, Джоник, вообще. Мы там, короче, смотри. Тут утки плавают, вот это вот. Такое озеро здесь. И туда вот уходят горы. Мы на катере поплывем туда вот через те горы. Блин. Мошки начинают летать возле рожи. И будем там лазить. Сейчас еще по фотку. Джонни, ты просто посмотри, как тут здорово. Сейчас я иду. Мы идем вот в середине похода. Все время вдоль речки, пока еще горы не поднимались. Но настолько прикольно вообще. Вот посреди леса такая дорожка, прикинь. Интересно. Такая прикольная дорожка посреди леса. Вот так вот же. Они пришли на мостик, смотри, как высоко. Такой водопад, там вода чистая такая. Капец. Мы идем вот туда, вот там, видишь, горы. Смотри. Видишь. Продолжаем идти. Перескакиваем ручейки всякие. Прикольный ручеек из-под земли. Такая птичка к нам подошла, смотри. Джоник, посмотри, как тут красиво, я остановился, как раз, ну, там еще отстают, я, получается, не отстаю до конца, блин, твою мать, и следы на камере, елки-палки, что за гонь, сейчас придется все переснимать, смотри, как красиво, Джоник, я в шоке. Джоник, глянь, куда вот мы вылезли сейчас, начинаем вылазить уже вверх, подниматься.
Это на Южном острове уже горы повыше, там даже снег вон наверху. Обалдеть. Сейчас вот мы идем в ту сторону. Я не знаю, мы, наверное, завтра будем этот весь порог переходить. Вон наши поднимаются. Вообще, как обалденно. Как просто обалденно, посмотри. Зуреть можно вообще. Вот здесь вот Джоник снимался «Властелин колец». Вот в этих всех горах. Я в шоке, Джоник. Тут как точно в какой-то сказке. Смотри, тут ручей, потом трава, потом опять ручей. Там какой-то маленький водопадик. Тут валуны все в этих, в мху. Вообще, так прикольно. Там какая-то сказочная, не знаю, место. Вот решил поснимать, как я иду. Немножко шататься камера будет. Вообще. Вообще неплохо, да? Класс. Обалдеть. Это весь лес такой. Перехожу мостик через эту речку. Прикольный мостик. Куда мы пришли? Как высоко. Это водопад. Обалдеть можно. Все, мы уже подходим к пункту назначения 1. Сегодня устали так. Вообще такая усталость бешеная. Такие просторы, трава. Вон среди домик там находится. Блин. Где-то 8 часов идем уже. Ой, в яму какую-то провалюсь. Вообще так прикольно. Обалдеть можно. Мы уже пришли в хижину дяди Тома. Какой тут вид из нее открывается вообще туда. Оттуда мы пришли. Ничего, так все поднялись мы. Нехило. Мы вышли чуть в гору уже. Утро, следующий день. Прикольно, смотри, оттуда пришли. Сейчас идем туда, вот между гор. Туда сейчас идем. Классно. Свежо так. Бежаем, сейчас будем подниматься вот туда. Здесь по кратеру. Туда идет облака, потому что солнце светит. Народ выбежает. Это остановились на передышку. Дальше. Прикольно, облака высоко. Опускаемся оттуда сейчас, с этих камней. Идем туда вниз, в те долины. Туда. Приближаемся. Вид уже открылся нехилый такой. Открылся просто обалденный вид. Такой вид офигенный открывается. Там долина внизу, мы туда сейчас спускаемся. Облака. Оттуда мы пришли. Тех вот камней искал.
Джоник, вот представь, этот маленький мостик через вот расщелина, она идет туда вниз, я даже дна не вижу, представляешь? Просто какой-то, какая-то расщелина в горах, не знаю, что это, как это можно назвать. Я просто офигеваю, посмотри, что там творится. Шок. Вот что там творится на дне, вот далеко, глубоко. Это я 18 раз приблизил, Джоник. Я, Джоник, в шоке просто. Вот, ты не, вот здесь в камере не видно, а я вижу вот там стенки, скалы. Я не вижу дна, прикинь. И это такой узкий, узкий такой проход вообще в лесу. Блин, я в шоке, я в таком шоке просто. Я не знаю, сколько он метров. Метров 100-200. Это расщелина или пропасть такая. Я просто... Блин, офигеть просто. Можно офигеть. Прикинь. Вот... Ничего не видно там, елки, камера не хватает. Лапарацете. Вот мы пришли сюда к речке, нам еще, мы прошли 4 часа там по горам, шли с гор, нам еще идти 4 часа, где я иду по мосту, только один человек за раз на этот мост может заходить, он так качается прикольно, речка такая, класс. Вот такой вот лес здесь вот почему-то на этой стороне реки постоянно. Такой весь лес в таких вот мхах, кочках. Прикольно вообще, супер. Мы вот так вот идем. Смотри, как здорово. Вот мы идем вдоль речки. Речка, там есть такой лес. Идешь. Какие валуны, камни, вон, смотри, здоровенные, попадали давно и бросли мохом. Офигеть можно. Смотри вообще, как громадина. Вот мы остановились, Джонни, где, смотри, так. Ну, вернее, мы идем, а я остановился, смотрю. Вон там водопадина, смотри, какой здоровый. Тут вообще такой вид открывается. Класс. Вот я ближе снимаю. Сейчас я тоже ближе сниму, смотри. Эти горы. А мы оттуда пришли. Офигеть, можно. Водопад, конечно, прикольный, да? Вот еще один водопад. Просто иду по лесу, ел на скале. Сделал небольшую остановочку. О, это так. Пьешь ты воду прямо из ручья. Ну, этот ручей сейчас пока не течет. Там с другой стороны куча ручей. Пересекаешь дорогу постоянно. Вернее, ручьи. Прямо пьешь воду. Набираешь себе бутылочку воды прямо оттуда. Такая вкусная вода. Такой прикольный здесь берег.
Мы посередине леса. Скалы, Джоник. Туда идем, мы уже идем 9 часов. С рюкзаками тяжелыми. Здесь зимой случаются постоянно лавины. Поэтому там был знак «Осторожно, лавины». Проходи без остановки. Сейчас проходим. Такие чудики, смотри, всякие живут. Разные. Чудики-юдики. Здесь потихоньку проходим. Навалены камней. Они все. Покрытым мхом. Птички за нами. Всю дорогу ходят. Летают всякие птички. Им интересно, кто мы. Вообще класс. Какой лес интересный. Офигеть можно. Там речка все время шумит. С другой стороны здесь лес. Такие вот вообще класс. Я в шоке. Обалдеть. Гад, посмотри, что тут творится. Вообще, кто-то тут точно должен жить. Обалдеть. Обалдеть можно. С ума сойти. Покажу свою рожу здесь. Как мощно. Класс. Самое интересное, Джоник, посмотри, одна сторона такая, а другая сторона тоже, в принципе, такая, но чуть-чуть другая. Через речку. Обалдеть. Шизею. С ума сойти. Просто сойти с ума. Такой весь вид, куда речка течет. Обалдеть. Это еще один водопад. С этих гор спускается вообще. Обалдеть нужно. Просто так в тенечке встал, чтобы не было, чтобы солнце мне не мешало. Так, надеюсь, мне хватит там еще фоток. Классно. Смотри, водопадище такой. Вот еще водопады. Вот она, Джоник, долина Властелина колец. Мы сейчас идем туда, в лес.
Там будет сейчас озеро за теми соснами. Джоник, просто шок какой-то. Какие-то, знаешь, вот эти такие травянистые берега, посмотри, островки какие-то, полуостровки. Вообще настолько круто. Я просто в шоке, блин. Такой лес, дерево такое вот. И там такой берег прикольный, а? Посмотри, Джоник, разве это не сказка? Это шок вообще. Смотри, какое дерево мохнатое. Обалдеть. Там горы на горизонте. Вообще какая-то, смотри, какая-то лужица. Интересно, тут вода. А там какая-то такая интересная. Может, она тут теплая какая-то, термальная, может, какой-то источник. Я в шоке. Вот опять валуны пошли, поближе к ручью уже. Такой ручей, смотри, такая вода. Вот красота. Да, немного мне осталось на камере, 13 минут фильма, но я так буду посекундно записывать. Фух, только что приперлись, пришел я. 9 часов, наверное, шли там вверх-вниз с рюкзаком, Джонни. Капец, устал, столько всего увидел за целый день. Сейчас иду к этому Blue Lake, так называемому, я уже его вижу. Вон, видишь, голубое такое, бирюзовое. Сейчас я подойду поближе и там сниму. Вот они горы новозеландские, вот это голубое озеро в горах. Интересно. Да, видишь, вокруг него люди ходят. Там видно кусочки голубой воды. Вообще балдеж. Смотри, какая-то дырка в дне озера. Такое озеро. А вот тут дырка. Да, кстати, Джоник, забыл сказать, это озеро называется Blue Lake, голубое озеро. Видишь, у него дно все голубое. Само оно все голубое такое, прикольное озеро. Класс. Вот оттуда водопад небольшой, и потом речка вливается в это озеро голубое. Оно называется голубым. Смотри, на самом деле вообще такой цвет классный. Обалдеть можно. Это же третий день, мы идем от Голубого озера там, поднимаемся вверх, туда поднялись чуть выше, это Голубое озеро вчерашнее, поднимаемся туда, высоко в горы сейчас, наверх. Как красиво, рано утром, солнце где-то там еще, супер. Вот сейчас небольшой туманчик пришел такой. Вот мы оттуда поднимаемся. Вернее, это облака, что мы на уровне 2000 метров. Вот они тут рождаются, облака все. Солнце там где-то начинает вставать. Супер. Из-за того, что облака движутся, постоянно меняется картина. И так красиво вообще, капец просто. Офигеть. Мы сейчас залезем на самый верх. Будем надеяться, что там откроются еще другие пейзажи. Классно. Нет ветра. Хорошо, так свежо. Не холодно. Супер. Вот как я и говорил, открывается пейзаж туда, вот в долину. Обалдеть можно.
подняюсь чуть выше. Уже снимаем курточки, что жарко становится. Там внизу. Вон виден водопадик. Водопад такой прикольный. Here the US circle. At least we can take some pictures, movies. Так, рассеивается. Но похоже, мы идем в облака высоко, и там будет постоянно сплошные облака. Ну, посмотрим. Это голубое озеро, где мы вчера были. Я еще раз снимал. Сейчас озеро хорошо видно. Рассеялось немножко. Ой, я издалека снимаю. Без приближения. Вон наши идут. Супер. Мы поднимаемся все выше и выше. О. Мы пришли вот оттуда, далеко оттуда, между тех гор. Все, мы подошли к облакам. Сейчас будем идти туда. А пришли мы, Джоник, вот оттуда. Вчера мы 9 часов шли между тех гор в лесах. Там через хребет перебирались. Вот, пришли мы только что оттуда. Балдеж. Мы сейчас забираемся все выше и выше. Лезем вот туда, там, где Фродо ходил. Сейчас мы пришли вон оттуда. Вот это высшая точка. Мы сейчас туда идем, и там будет перевал на другую сторону гор. Спускаемся через перевал уже в другую долину. Продолжаем свой путь Фроды дальше по другим перевалам в те далекие края. Мы прошли через тот перевал, там даже сейчас видно чуть-чуть людей прямо на верхушке. Вот все наши тут проходят. Идем дальше. Здесь другое ущелье между гор. Вообще. Мы сейчас спускаемся вниз. Идем внизу вдоль речки. Мы спускаемся все ниже. Открываются такие виды. Обалденные. Чуть ближе сниму горы. Видишь облака внизу? Обалдеть можно. У меня уже нет места на камере, поэтому я не буду больше фильмов снимать больших. Мы тут остановились, стоим уже, наверное, полчаса. Я так точно полчаса уже. Постоянно меняются облака, вообще супер. Я уже надел фоток, просто кучу целую. Мы потихоньку спускаемся в долину. Такие виды открываются обалденные.
мы уже в лесу, спускаемся. Ручейки такие прикольные. Например, такой ручеек здесь. Все, мы идем по лесу, вдоль речки уже. Начался дождик небольшой, как и прогноз обещал. Но мы спустились с гор, поэтому нормально. В лесу идти по дождикам. Так вот мы переходим через мосты. По одному человеку за раз только можно переходить. Помнишь, Джуник снимал сверху такую речку? И теперь мы идем внизу, вот в этом ущелье. Вот четвертый день, вот в этой хатке мы ночевали. Продолжаем свой путь. Сегодня у нас всего лишь несколько часов, 4 часа. Вот мы наконец-то пришли на озеро. Все. Какая-то лодка утонувшая лежит. Смотри. Мы сейчас поедем на кораблике. Все, Джоник, вот мы едем на озеро. Да, мы сейчас все кого-то подбираем и потом поедем туда. Джоник, вот мы приехали уже. Сейчас принимаем душ, садимся в наши машины, едем в Пиктон на корабль. Мы были там, бог знает где. Все, Джоник, вот мы приехали уже в Веллингтон на корабле. Ночью я особо тут не снимал, потому что мы все время ночью ехали на корабле. Это город, река Луна там. Луна, вот город. Все, приближаемся, скоро выгружаемся, наш корабль такой, приближаемся к городу. Вот такое путешествие, Джоник, было, все, я заснял, надеюсь, тебе понравится. Вот, короче, классно так путешествовали, мы вообще обалдеть, мы же, луна такая классная, Веллингтон, реки, волны, я покажу. Супер.